Вот сейчас самая высокая точка города Берген. Называется Флувал. Дмитрий, Дмитро, расскажи, где он, что мы? Место Берген. Второй по величине город Норвегии. Столица нефтегазовой промышленности. Где цвет? Столица чего? Нефтегазовой промышленности. Да? Ты ж не нефтегазовики. Столицу все сделали. Вот что жадность людьми делает, а как хорошо было на этой навозике, да? Пешка, где мы кушали лобстеров. Сейчас плюс 11, да, по-моему, выходили из машины, поднимались на гору пешком. Нам сказали, что